Донецке с новой силой вспыхнули столкновения возле аэропорта. Об этом сообщает совместный центр по контролю за прекращением огня, уточняя, что используется артиллерия. К месту обстрелов направляется мониторинговая миссия ОБСЕ. Между тем, как передает Донецкое агентство новостей, из поселка Широкино, это еще одна горячая точка уже под Мариуполем, наблюдателям пришлось уехать из-за массированного обстрела, который открыли, предположительно, боевики батальона «Азов». Специалисты ОБСЕ, кроме прочего, жалуются, что ограничены в перемещениях, у них до сих пор нет информации о минных полях. В столице провозглашенной республики усилены меры безопасности. По данным донецких властей, на Красную Горку украинские силовики планируют диверсии.